В регионе завершаются подготовительные работы к празднованию крещения. Уже завтра в Тюмени начнутся богослужения в храмах и освятят купели. А в Ишиме массовые окунания пройдут в субботу. Там подготовят две купели на реке Карасули в районе городского пляжа на Береговой. Сейчас расчищают подъездные пути, обустраивают спуски к воде. Уже подготовлено место, где верующие смогут набрать освященной воды. Подготовка идет, купели врежут непосредственно перед купанием. Толщина льда составляет 40 сантиметров, что здесь, что там. То есть это безопасное местонахождение. До 50 человек как бы держит лед спокойно. А это же не было, да? Рядом с купелями оборудуют палатки для переодевания и пункты обогрева, где будут раздавать горячий чай. В прошлом году в Ишиме окунулись более 4000 человек. В этом ожидают не меньше. В Тюмени и ее окрестностях к православному празднику оборудуют 15 купелей. Из них две главные в областной столице. Это историческое место около Свято-Троицкого монастыря, неподалеку от пешеходного моста, где еще в царские времена на крещение освящали воду. Там будет организована одна купель и место для набора воды. И вторая в зоне заречных микрорайонов. Здесь будет 4 иордани, одна из которых для детей. У мест купания будет организовано дежурство медиков и спасателей. Кроме того, купели будут оборудованы на озерах Липовом и Андреевском, в санаториях Сибирь и Тараскуль.